Ладно, томить не буду. Расскажу про джип. Что-то мне их в последнее время не попадаются. Вот это второй джип. Ну, кроме как у соседей. Вон там еще один джип. Вон он, красненький такой, красивый. Ну, расскажу, ладно, историю. Лет 20 назад я по телевизору увидела передачу про Аляску. Как там русские живут на Аляске. И показали одну бабульку на джипе. Как она там жила, что она на джипе ездила. Такая бабуська в растянутой кофте вязаной, в платочке. Она садилась в джип и ехала по делам. И у нее такая с собой кошелка была. И она была очень довольна жизнью. И корреспондент говорил: вы, говорит, думаете, что это бабулька? У нее, говорит, 200 тысяч, говорит, на счету есть. Но не подумайте, что, говорит, деревянных, зеленых. И вот с тех пор мне так захотелось вот ездить на джипе, что я другой машины просто вот не представляю себе, что вот я на ней езжу. Ну, дай бог, чтобы вот мечты сбываются вообще-то. Пока.